Сегодня 16 мая, первый рой в этом сезоне. Вот такой вот рой. Не знаю, рамки. Рамки 3-4 где-то. Сейчас будем его снимать. Так, вот и наш ройчик, он уже... Тут вот еще какая-то часть вот пчелы садится на старое место, но вся масса пчелы уже, можно сказать, что в улье вот гудит. Вот, все, матка, значит, уже тут, так как пчела тут уже. Ну, я что ставил? Я поставил одну вощинку и одну соточный съев, открытый расплод, в общем, одну рамку. Я так всегда вот ставлю, когда есть, так скажем. Ну, в общем, все. По времени прошло минут 40, и пчелы уже собрались, уже вот даже через литок летают. Я добавил им еще две рамки, точнее три. Ну вот, пчела собралась, вот наверху нет ничего. Нужно еще добавить хотя бы рамки две, желательно вощиной, и все.